Ну что, Филиппова, опять ты за старое? И в кого ты уродилась такая со своей древней профессией? Кого, кого? В батю свою. У тебя батя тоже путана? Нет, учитель. Так, ну что, многоупотребляемая Анжела Багировна, ты собираешься со своим бизнесом завязывать или нет? Даже не знаю. Вот проще легализовать наш бизнес. Филиппова, блин. Чего? Не, ну а шо? Не, ну а вы представьте, наша профессия не в законе, а? Государство для таких, как я, устанавливает план с уплатой всех налогов. Для таких стахановцев, как мы, награды и государственные премии, орден святой путаны Анжелы. Некоторым даже посмертно делают госзаказ, открывают колледжи, институты проституточные. Не поступила? Иди работай в больницу или в школу, а? Ха. Ну, ты даешь, Филиппова. Потом разрешают нам брать работу на дом. Разрешают открывать свой семейный бизнес. Это же получается что? Продолжай, продолжай, Филиппова. Появятся производственные династии и гордое звание проститутка в третьем поколении. А? Мастер-классы, курсы повышения квалификации. Наша киноиндустрия наладится, и в конце концов у нас появится свое хорошее украинское кино. И социальные гарантии, и выход на пенсию 45 лет, а? Не поздновато 45-то. Ой. Это ж только вы, менты, раньше всех уходите. Слышь ты, Филиппова, у тебя кто последний клиент был, а? Ну как, депутат горсовета. Понятно. Забирай свои документы и вали отсюда. Иди, иди давай, иди. Вот зря ты так, начальник. А я что тебя хотела сделать министром проституции, а? Ты ж как никто знаешь все вот эти лазейки нашей профессии. Иди, я тебе сказал, отсюда. Филиппова, еще раз мы тебя здесь увидим, мы тебя лично лишим депутатской неприкосновенности. Понятно? До встречи.